Около 100 тысяч казахстанцев обратились в общественные приемные партии Аманат в минувшем году. И 55% вопросов решены положительно. Причем проблемы решаются не только в городах, но и отдаленных селах. Дильнас Насикинова продолжит. Один из астанчан, обратившийся за помощью в республиканскую общественную приемную, Даулет Кирибаев. Он является основателем благотворительного магазина «Лайк Куме», куда все желающие приносят ненужные вещи. Потом Даулет раздает их нуждающимся. Только в прошлом году он раздал 160 тонн одежды. Сегодня по городу он установил более 50 боксов для приема вещей. Однако среди одежды, которую приносят люди, есть неподходящие. Чтобы решить проблему, партийцы помогли с открытием завода по переработке вещей. Мы обратились в общественную приемную в 2023 году. Встретились с партийцами и нам оказали помощь. Например, на Кенесары 25 мы установили такой бокс в самом отделении партии. Нам также помогли встретиться с акимом города Женисом Касымбеком. Тем самым мы получили газель через кредитование. Также мы встретились с Романом Скляром и сейчас собираемся открыть завод по переработке одежды. На сегодняшний день по республике функционирует 226 общественных приемных партий. По итогам прошлогодней работы за помощью чаще обращались женщины. Их 63%. На втором месте многодетные и неполные семьи 21%. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями также часто приходят к аманатовцам за решением проблем. С января прошлого года мы запустили партийный проект «Охтакумек», который направлен на оказание юридической помощи. В рамках данного проекта мы провели более 2000 приемов и охватили порядка 6000 человек. В основном это бесплатные юридические консультации, полное юридическое сопровождение, помощь в медиативном соглашении, помощь в оформлении документов и подобные вопросы. К слову, в 2023 году по республике проведено более 24 тысяч приемов и принято порядка 65 тысяч человек. Общественные приемные партии Аманат становятся связующим мостом между руководителями государственных органов всех уровней и населением. Дильназ Насикинова, Сауле Сейсбек, Ернур Калелов, Астана Таймс.